мы вышли из отеля, я как-то буду бежать вот так, то есть вот у меня получается номер, баф, кепка, очень солнечно. А вот у меня вибрамо, вот эти штуки, шорты новые, тут телефон получается. Вот сюда я кладу камеру. Вот тут у меня получается бутылка с водой. Там еще запасная батарейка, деньги, карточка, короче, все там. У Насти получается, она бежит в обычной обуви. Но у нее, подожди. Вибрамовские носки, обычная обувь. Вот, она с моим поясом. У нее там водичка, телефон, гели. Вот, и так как с этим поясом удобно его вынести сзади, она использует вот этот пояс для номера, его можно типа еще получше поднять, потому что там по описанию, короче, сказано, что надо, чтобы номер был повыше и спереди. Я так понял, что это нужно прежде всего для того, чтобы при фотографировании было понятно, ну, кто это, и это было видно со стороны лица, потому что получается, что если у тебя сзади номер, ты типа назад его приделаешь, ну, как пояс, у тебя получается, что не будет видно этого номера, ну, не будет видно тебя и номер, то есть у тебя все фотки будут со спины, короче, в общем, это будет бессмысленно. В общем, потихоньку идем на точку старта. Бегуны, привет! Привет! Вот она, мафия! Банда! Мафия в деле! Город засыпает! Бегуны просыпаются! Смотрите только, что происходит. Смотрите, люди уже бегут на старт. Тут надо быстрее, потому что сейчас задавят нас просто всех сзади. Сейчас просто сзади будут давить. Пробка. Зеркал. Вот панорамный снаружи. Короче, тут где-то вроде более 17 тысяч человек будет. В общем, идем на старт, номер поднимается, вот так вот надо было еще как-то, видимо, закрепить. Видимо, какая-то команда у них там. Какой-то беговой клуб, наверное, да. Машина с временем. Класс. Все бегают. Короче, мы прошли вот тут по досмотру, такой забавный досмотр. Короче, надо было снять вот этот номер, ну, в смысле, вот этот пояс. Я не снимала. Ну, я, короче, снял пояс, там забавная тема. Настя, короче, все ощупали, она снимала пояс, ей там сказали открыть молнию, там показать что-то там еще. Короче, мы нашли какую-то зону, где все бегают по кругу, все разминаются. Все что-то себе растягивают, не растягивают, разминают, делают всякие упражнения. В общем, тут такая активность происходит. Я тоже уже немножко размялся, теперь чуть-чуть бегаю. Я не сказал бы, что очень хорошо бегаю, но вот, да, ну, вроде нормально. Смотрите, это очередь в туалет.
Короче, тут надо занимать и держать очередь, если ты хочешь в туалет сходить перед пробежкой. Короче, тут, походу, какая-то проблема с коммуникацией, в том плане, что, походу, вон та очередь длинная, это только в одну кабинку, но, в общем, очень странно. Нет, заводить. Да. Все очень странно получается, и мы просто, короче, подошли, не знаю, типа в этой вот кабинке. У нас в районе кластера G просто этот, Выхино или как там оно? А, вот, да. Вот тут вход, да? Или как? Дорогие начинающие любители этого спорта. И дальше вам будьте аккуратны. Отличных рекордов. Спасибо! Всем привет! Я даже не знаю, что добавить. До старта, получается, осталось минут 8 примерно. А, вот наверное, уже надо запускать компьютер. Аня говорит вам, Короче, очень похоже на то, что мы долажали, в том плане, что мы просто не можем влиться в свой кластер, потому что он уже занят, то есть мы в стартовый коридор просто не можем попасть из-за того, что он уже заполнен. В общем, надо было, видимо, пораньше идти сюда. В общем, тут рядом с кластером просто еще толпа из этого же кластера, кто не может никак туда попасть. Осталось 1 минута до старта. Я пока включу камеру, не знаю, все ли у меня тут заработало, чем-нибудь буду смотреть. Какое-то соотношение, колебания, вроде все работает. Я так понял, что сейчас типа будет вот 1 минута до старта, но на самом деле мы еще будем очень долго стоять и ждать. Потому что мы вообще даже не в стартовом коридоре. Непонятно, как мы будем стартовать. Сейчас просто толпа будет нас носить в ту сторону. Там сейчас что-то будет подходить. Надо было убрать набор. И все вместе 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Короче, как я понял, стартуем, видимо, с разницей в одну минуту получается. То есть это мы через минут 5 только будем. Где-то, да, минут через 5. Наверное, я пока выключу просто. Я начинаю двигаться, там кластер перед нами начал идти и смотрит за тем, что происходит, снимают. Ребята, вам огромный привет. Спасибо, что поддерживаете. Лучше. Все понятно. Мы еще немножко пошумим. Построим. Это границы класса расширения. Посмотрите, поэтому места стало больше. Для Тарасов тоже вот здесь традиционно на старте раздают пятаки всем участникам, кто успевает пробежать сейчас и прикоснуться ладошкой к ладошке. Такая хорошая, добрая традиция на всех стартах. Вообще, в принципе, на всех стартах во всем мире. И много-много знакомых. Большая, легкая, сияет, тусовка.
дизайнер знает и производство, которое их делало. Это сильно так, держится всегда все в секрете. Ну и когда вы получите свою медаль, десяточка, останьтесь на Дворцовой, чтобы сегодня поддержать 42,2. Волнуешься? Обязательно, хорошо, потому что мы сегодня до самого утра. Ну что, поехали, обратный отчет вместе с вами. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Это предпоследний кластер. Десятый сегодня кластер. Мы пока еще типа идем, но вообще наступил класс. Нет, а мы еще типа не бежим. Я так понимаю, надо сначала ворота пересечь, там у нас дача. Я просто, ну ладно. Пока нет смысла старт нажимать. Я, ладно, спросить хочу. Мы типа стартовали, но непонятно. Просто посмотрите, они не заканчиваются. Около 17 тысяч регистраций было. Около 15 тысяч человек сегодня уходит на дистанцию. Вы просто вдумайтесь. Десятки тысяч болельщиков по всему городу Санкт-Петербургу сегодня выйдут поддержать. 19 точек поддержки. И как врачи уже много-много лет подряд. И вот уже традиционно действительно ночной старт сегодня на белых ночах. Сказать, что это магия, сказать, что это потеря во времени, ничего не сказать. Все смешалось. Просто утро, день, ночь. Какое их количество? Какие еще слова, которые сегодня выбрали пробежку по Санкт-Петербургу? Ребят, вот эти часы, по идее, мы пересекаем, у нас чип должен будет считать. Во! Старт, да. Нажимай. Но главное, что сейчас здесь еще находятся марафонцы на дистанции 42,2, которые сейчас пришли поддержать участников, готовятся к своему старту и приехали сейчас пораньше, чтобы поддержать десяточку. Это здорово! Кластер G! Удачи! Невероятно. Немножко энергии. Ну что, ребят. Ваш товарищ. Посмотрите сейчас налево. Вам видно сейчас Алла Красова? Видите, да? Снимается на камеру. Выключим, чтобы рассредоточиться на беге. Пробежали первые полкилометра, пусть 140, а у нас его, по-моему, не 140, и как-то тяжелее бежится. Такие болельщики. Настя прям вообще молодец. Пробегаем путки. У меня что-то... Что-то тяжеловато мне бежать. То ли ахилл болит, то ли еще что-то. Не знаю, может быть, играет роль то, что ходили много пешком по Питеру. В том числе и в Вибрамах. Ну, как-то прям тяжеловато. Или то, что я вот в этих штуках, которые на голенях. Я в них не бегал ни разу. В общем, эксперименты. Новый экип, новые эти штуки. У меня еще и штаны сползают, потому что вода очень тяжелая. А ремень что-то эти шорт особо не держит. Только что пробежали один из датчиков хронометража. Там была какая-то остановка, видимо, та, которая под марафон, там только готовят еду и так далее. Она, короче, не для нас. Там даже туалеты были. Некоторые там остановились в туалет. Я где-то Настю потерял, не знаю, где-то сзади, видимо, бежит. Ну, бежит сейчас прям очень тяжело. Мне кажется, за этих компрессионных гетер я к ним не привык вообще. Они как будто бы как-то влияют на технику, непонятно. Нашел какой-то поезд из 50 минут. Бежим 4.48.
4.55 примерно на моем пороге, нормально. Мне достаточно. Ворота. Главное не потерять поэт. Пробежали пункт освежения. Выпил, облился. По-моему, потерял свой поезд. Надо искать. Пересекли еще одни ворота. Я свой автобус потерял, но стараюсь бежать, как бежал. Как получается, немного отдыхая. Там уже вон разворот. Есть те, которые в обратную сторону бегут. Тяжеловато. Проходим разворот. В общем, как в Три горы, тут должна начаться гонка. Идея. Вот смотрите. Получается, вот разворот там. Тоже были ворота. Надо, в общем, как-то сейчас ускоряться. 3 километра осталось. Рухнули через взрывы. И у меня заболел бок. Прекрасно. Последние 500 метров бежим уже. Ничего говорить не буду. Поднимайте руки и махайте. Уважаемые друзья, те, кто финиширует прямо сейчас, вы красавцы! Что уже как?
15 минут у нас идет дистанция 42. 56 минут где-то. Около того. Сегодня у нас... Не, ну кстати, потом я нормально бежал. Вторую половину. Что у меня там? Трудно. О, блин. О, новые изменения. Да, смотрите. Как все болит. И на дистанции 42 километра у нас точки тренажа становятся на трассе 5, 10, 15, 20 километров. 25, 30, 35 и 40. Давайте пройдемся немножко, не? Ну что, они нас видели, по, да? По специальным моментам заходите на сайт, выбирайте марафон «Белые ночи», вбивайте стартовый номер или фамилию участника. После финиша предварительные результаты забега будут отправлены участникам по смс и электронной почте. Итоговые результаты будут опубликованы на сайте. Кстати говоря, уважаемые друзья, вот вы сейчас финишируете. Привет! Вот это заряд, вот это участники, вот это красавцы. А хочу отметить, что те, кто прямо сейчас... Медальки я сниму на GoPro, у меня там на ней на пупу чего снято. Вот, в общем, переходим на эту камеру. Поздравляем вас. Спасибо огромное. Медалька. Смотрите, какая медалька красивая. Я даже там ее не видел еще. Класс, она такая голографическая. Смотрите, медалька. Такая медалька. Такая красивая медалька. Класс. Прекрасно. Сейчас будем ждать Настю. Она скоро будет финишировать. Нашел Настю. Она показывает свой пульс. Вот. По-моему, нормально. Тут не видно ничего. Ну, 172, 173 где-то средний. 174. А, время подожди, время подожди. Час 09. Ага. Час 10. Ну, в принципе, я так и планирую. Как тебе забег? Интересный. Последние 40 метров ощущались как какая-то бесконечность. Я сейчас в толпу поеду, я сейчас. Как тебе забег? Забег хорошо. Вначале, короче, в общем, в кластере как-то мы бежали очень медленно, типа 7. Потом я, короче, я уже рассказал, что я зацепился за очень быстрых. Они типа хотели выбежать из 50 минут. А сколько людей? И они бежали где-то 4.44, 4.50, может быть, 5. Где-то так бежали, всех, короче, обгоняли. И я за этим поездом, за ними просто вот так вот через всю толпу вот так пробегал. А потом была, короче, вода, я там, где была вода, я их потерял. Пытался поддерживать как-то примерно тот же темп, но, судя по графикам, темп явно упал. Вот. И получается, что у меня там он упал где-то до 5-5.40. И, в общем, вторая половина у меня была чуть-чуть быстрее, чем у меня расчетный темп на марафоне. В общем-то, все равно можно сказать, что неплохо. Но если бы первая половина была хотя бы, ну, поближе, как вторая, я, наверное, минут бы на 5 быстрее прибежал. В общем-то, не сильно-то и большая разница получается. Вот. Сейчас, короче, идем в город. Пока что ноги, я бы не сказал, что прям сильно там как-то болят. Ну, так, типа, ноют чуть-чуть, но я думаю, что... Сейчас прогуляемся, закатимся, и ноги пройдут. Куда-нибудь пойдем, зайдем поесть, наверное, да, Настя? Да. Надо перекусить. Еще даже, кстати, не особо прохладно, но начинает заметно холодать. Короче, тут пока еще марафон сюда не дошел, но уже тут все перекрыто. Поэтому тут люди просто гуляют вот так вот по Невскому.
перекрытому. Наконец-то тут нету этих пердящих машин на всю улицу, гоняющих тут под сотню, сбивающих людей на тротуаре там. Все в этом роде. Просто тишина. Просто вот послушайте, только вот людей слышно и все. Как это прекрасно. Короче, мы с Настей зашли тут в Евразию, нам дали вот такой столик на двоих, на четверых. В общем, сейчас что-нибудь перекусим. Как-то так вот. Ага, давай. Добрый вечер. Хорошо. Главное, как так? У меня основное для вас. И одно для вас. Может, желаете что-нибудь сразу выбрать? Нет, сейчас посмотрим. Я тогда минут через 5 повернусь. Да. Вы как раз определитесь. Давайте. Масала. Ага. Смотрите, как Настя ходит. Ну, хотя вроде неплохо. Сейчас, смотрите, будет спускаться с лестницы. Память будет. Ладно. Так, нашел свои результаты. Короче. Чип тайм 55-57. 5.36. Это выше темпа марафона, который я рассчитываю. Получается вот 4534 из 9, ну короче половинку получается. И среди мужчин, да, конечно. 3001. Время старта вот 9.17. Дистанция 6,7 мили. Ага. 5 километров полчаса. Темп 6.02, это потому что первая половина была медленнее. Да. Сертификат финишера какой-то интересный, смотрите. В общем, как-то так. Сейчас был такой голодный, что я почти все съел. Стал с курицы. Я вроде вот ем, но немножко. Мне уже ничего не хочется. Да? Наел? Да и мне, по-моему, в середине еды уже плохо просто. Ну что, чай масала. Ну, кстати, с масалом мне чуть легче становится. В общем, сейчас покушаем. Не знаю, спать будем или что будем делать? Конечно. В лучшем случае еще до вам дойти. Да, еще надо дойти до дома, доползти, потому что ноги что-то как не особо работают. Что, может завтра это пробежку вот утром? Да. Да? В 5 утра встать. Ну, прикавери пробежку конечно. Надо. Конечно. На следующий день после месяца? Обязательно, конечно, конечно. Прямо да, завтра обязательно встанем. Надо. И побежим. Да. Давай. Да, да, конечно. Нам главное завтра не проспать выселение из отеля. У нас все разбудит, главное, чтобы все туда выйти дверь. О, не факт. Нам сейчас собраться надо. Сейчас все очень сложно. Я не вытаскивала даже сумму. Сейчас посмотрим, как Настя вставать будет. Настя, не забудь вещи. Я ради этого, что я попросила. Мне надо еще одеться. Давай, давай. Да-да-да. Уже время это, уже час ночи. Давай. Ничего, будет холодно, пробежимся. Про это думаю. Да. Там уже темно, там бегуны все еще бегут свой марафон. Кстати, вон они бегут. Видишь? Ого. Да, подожди, это прям. Думаешь, это... Да, это марафон. А почему там? Там маршрут проходит? Да, там маршрут проходит. Офигеть. Пойдем. Не ругайся. Не ругаться. Да, оставь так, все, пойдем. Так оно так выпадет. Не выпадет, пойдем. Что ж с тобой будет после марафона, а? Какого марафона? Какого марафона? Не парни, но нет. Давай, 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 бери телефон. Олег, там котики теперь. Да, нормально, бери телефон, бери телефон. Что страшно? Что страшно? Пойдем. До свидания. Смотри, нормально.
Да? Нормально? Блин, почему у меня нет видео? Сейчас зайдем или дома? Не, потом, потом, дома. Только давай сразу домой, потому что я не могу. Нет, давай сейчас сходим. Давай, иди. Сюда немного игр звонится. Забавно. Не думал, что от десятки будет реально такое положение дел. Давай, проходи. Ой. Голова. Всего хорошего. Спасибо. Давайся головой. Егор, кто из вас не прячет? Да нормально, тепло. Опа. Офигеть, у них маршрутки рядом с маршрутом, когда проходят. Да-да-да. Они, походу, вон там бегут потом. Вон там, получается, бегут, забегают вон там. И потом там еще бегут по Невскому вроде бы, или так, и так. Круто. Вы по Невскому не бежали? Нет, конечно. Вернешь? Ладно, там полиция едет. Хотя в магазин все равно хочу зайти. Мини-маркет вон тот? Да. Меня холод не останавливает. Марафонцы бегут, марафонцы бегут. Умнички, молодцы. Да, вообще молодцы. Офигеть, какие молодцы. Как мы с тобой в мини-маркет попадать будем? Вообще молодцы. Как, можно с ними, давай побежим. А, стекло, стекло, стекло. Давай еще дать добежим марафон. Да ладно, что там бежать-то? Сегодня... Уберем, не уберем. О, самокат убрать? Самокат мешает. Нет, нет. А, сюда скоро едет, нет, не туда. А, просто кому-то. А, вот поэтому полиция здесь. Да? Может, кто-то умер? Полиция скоро обычное место не пересекают. А, не драматизируй. В смысле, полиция? А, ну или драка какая-то была. Давай вот в этом уголке перейдем. Давай. Что секай, видишь? Да, вижу, вижу. Давайте, давайте. Свою десятку пробежал, да? Такие молодцы вообще. Да, офигеть. Вообще молодцы. 42 километра. Не крутя? Давай, давай. Что, Надёк, он весь побледнел уже. Они могут думать, что мы пробежали. А где пиво? У тебя в кармане. Настя. Пойдем, пойдем. Да? Нет. Согрелась? Да. Видишь, тоже вот руки. Вот видишь? А, что? Ты говоришь, что я так бегаю. Не, ну ты не так бегаешь. Какова? Да, я так бегаю, получается. Абсолютно все. Ну, прям тяжело. Далеко еще. Там должны быть отметки.
Хотя не Дворцово и быстро. Давайте. Давайте, мы спать. Правда. По-моему, тем скоро нужнее уже. Thank you.